Всем привет, с вами Music Mag. Сегодня мы будем разговаривать с вами о наушниках. Казалось бы, что не говорить, наушники. Есть закрытые наушники, открытые наушники, капли, всякие студийные наушники для плеера и так далее, для потребителя. Много таких. Приходи да слушай. Но не в этом случае, все не так просто. К нам в магазин попал вот такой продукт, замечательный, от американской компании Direct Sound. Сейчас мы с вами произведем такой модный unpacking данного вида продукции. Это наушники. Называются они Extreme Isolation EX29. В самом названии кроется великий секрет, но об этом чуть позже. Итак, у нас коробочка. В принципе, на коробочке написано все, что нужно знать. Все технические характеристики, преимущества и так далее, и так далее. Сейчас позже я скажу, что у нас внутри. Коробочку мы сразу берем, это все нам не нужно, скучно. Но там что-то гремит. Сейчас, секундочку. Давайте, наверное, начнем с этой штучки, которая там гремит. Вот что они придумали. Это держатель для отвинчивающегося такого адаптера для наушников. Постоянно теряется, в клубах забывается, где-то в сумках. Все это надоело потом докупать и искать и так далее. Тем более он такой вот накручивающийся еще. Здесь они придумали вот такой вот держатель, который крепится, сейчас покажу. Во-первых, я беру красивую такую сумочку, приятную на ощупь, тут вышивка. Все качественно, никакого пластика, здесь вот такая веревочка. Все вот так крепится замечательно. Итак, достаем наши наушнички. Сумочку тоже убираем. Проводочек. Ну, вот тут вот, я вот не могу вот их потом, если достал один раз, смотать обратно как-то аккуратно. Вообще с наушниками беда. Там какие-нибудь техниксы, если достанешь из коробки, то потом это целый квест, чтобы их так аккуратненько потом заложить. Значит, возвращаясь к нашему прекрасному вот такому девайсу. Здесь, обратите внимание, на наушниках сразу скажу. Очень качественный металлический 3.5 стереоразъем, и у него тут такие две рисочки. Нигде, кстати, не написано, как это там все на коробочке, вот они там все-таки что-то не написали. Они написали, что адаптер, а как надевать, не сказали. Ну, вот здесь вот, собственно говоря, вы его вот так раз сюда, и все. То есть, если вам надо, вы там вытащили, накрутили, вставили обратно, он у вас, собственно говоря, не теряется. Перейдем к главному, наушники. Провод. Провод сделан из качественных материалов, он достаточно длинный, чтобы вы могли подключить его к какому-нибудь устройству, там, я не знаю, к мишиному пульту или какому-нибудь там барабанному модулю и так далее, для сценической игры или студийной работы. Далее, значит, проводочек у нас приходит непосредственно в два уха. Впечатление. Первый раз, когда взял в руки, подумал, ну какая-то шляпа, если честно, потому что пластик какой-то, прям пластик-пластик, но легкие, такие большие, но не тяжелые наушники. Почитал, пластик непростой, мало того, что он из экологических материалов, любим природу, 21 век, пора уже, он еще и очень прочный. То есть они заявляют, что он прочный, и действительно, вы можете наушники там всячески перекручивать, там кидать и так далее, они гнутся, не ломаются, все как-то там это рассчитано. Более того, смотрите, что я буду делать дальше. Можно взять и вот так вот чашечки снять. Потом они обратно поставятся совершенно спокойно. Эту штучку согнуть, сложить, все, нам не надо. Допустим. Два уха. Красное и черное. Кто догадается? Правильно. Это правое ухо, это левое. Чтобы не перепутать. Тупо. Амбушюры. Смотрел, щупал, издают звук. Звук выходит. Воздух. Воздух выходит из амбушюр. То есть здесь это вот дырочки находятся в самих амбушюрах. Проблема у наушников бывает. Смена амбушюров. Долго возиться. Не найти и так далее. Компания занимается исключительно наушниками. Они делают вообще-то кастом всякие разные. То есть не нравится там белый цвет, сюда там черный. Можете заказать там свой рисунок от производителя. Конечно, будет стоить дороже, вот, но тем не менее, кто заморачивается, тот имеет свой стиль. Что с амбушюрами? Их можно взять вот и вот отклеить. Тоже
написано, что какой-то спецовый такой клей, который там много раз то можно все делать. Наверное, есть у него какой-то срок годности. Приложили, все. Все работает. Дальше нормально. Зачем нужны такие наушники? Звукорежиссеры, вокалисты, барабанщики, прежде всего. Ну, гитаристы, в общем, те люди, которые работают, записываются или проводят время, отдыхают, репетируют в студийных помещениях и работают звукорежиссером. Так как эти наушники Extreme Isolation, то есть что это значит, собственно говоря, из-за чего весь сыр-бор, почему мы вообще про них говорим, они не пропускают звук извне и не выпускают его изнутри. То есть у них своего рода пассивный аттенюатор. Вот. И это проверяется очень легко, даже если вы не включаете наушники, а просто делаете вот так. То я слышу только свой голос из преисподней, вернее, из колодца такой. Гулкий-гулкий такой. У меня здесь работают в комнате компьютеры, там машины ездят за окном, вы прикладываете и не слышно ничего. С другими наушниками пробовал, просто закрытый брал, слышно проходит. Все-таки штука здесь какая-то технология, не знаю, корпус, все работает. Немного технической информации о продукте наушников Extreme Isolation X29. Я ленивый, запоминать не хочу, к тому же у меня есть прекрасная коробочка, где все написано. Собственно говоря, я вам вот, наверное, даже поближе подойду, покажу. Здесь всякие картинки замечательные. Так, оп-оп-оп, вот так вот, наверное, да, будет видно. Значит, эта картинка говорит, да, что красный наушник – это правый адаптер. А молоточек перечеркнутый, значит, что, как написано, там отсутствуют какие-то места спайки. То есть прочный, не нужно ничего паять, ничего не отломается и так далее. Легкий вес. А батарейка перечеркнутая, пассивный аттенюатор. Не требуется батареек, сдвоенный качественный кабель. И вот как раз, что их можно там всячески разбирать и так далее. По цифрам, да? Хорошо. Пассивный аттенюатор. 36,7 дБ, 8000 Гц, NRR 29 дБ. Вот. 20 Гц, 20000 Гц. 32 Ома, драйвер 40 мм. Провод, ну, достаточно длинный, 9 футов, чтобы дотянуться до какого-то прибора. Легкий вес. Собственно, наверное, все. Остается только их послушать. И да, конечно, я вам обещал небольшой тест. Итак, тест. Для теста нам понадобится компьютер. Ну, там стоит одна штука. Наушники. В данный момент я тестировать буду. Первые будут это пионеры у нас. Почему выбрал эти именно наушники? Они закрытые, у них также поворачивается, как у Extreme Isolation, чашки, и их можно положить, например, на стол, там, поднять, посмотреть, как будет работать звук. Далее нам поможет тоже незаменимая вещь в хозяйстве – рекордер, в данном случае Zoom H4n, кстати, классный рекордер, пишет прекрасно с микрофонов и с линейных входов, использую всегда для своей деятельности, в видео уж точно. Так, и надо будет запустить музыку. Музыка будет запущена с ноутбука на максимальном уровне громкости, который может позволить данная компьютерная машина. И будем слушать сначала пионеры. Пионеров достаточно. Теперь подключим нашего героя. Вот так вот ставятся наушники. И поехали.
Не советую ходить на улице в этих наушниках. Попадете под машину, используйте в студийной работе. На этом все. С вами был Михаил Зюкмак. Смотрите наше видео, подписывайтесь на наш канал, комментируйте, оставляйте пожелания, так далее, так далее, так далее. Пока.